Мы ехали в город Кома на озере Кома, а приехали в город Лугана на озере Лугана. Мы просто решили немножко поменять маршрут. И другое прекрасные озера, и то, и другое курорты. Вот, сейчас мы, наверное, тут немножко искупнемся, а потом поедем. Нас еще сегодня ждет огромный перегон до Турины. Это часа на 3,5-4. Это у нас сегодня самый такой большой масштабный перегонный день. Но временно покупаться мы нашли. Красивенькая, беленькая, прям вся. А вон еще нырки. А мы идем купаться. И все такие красивые в платьицах. Просто волшебно. Вид потряс. Прям в парке. В царском городе Лугана. Просто обалденно от цвета. Мама пошел гулять по ночью право зигу. Мама и папа. Кря, кря, кря. Кря. Ой. Парк у набережной. Лугана. Нет, ее душины. Местами очень похоже, да. А так называется Лугана, да? А, я думаю... И озеро называется Луга. Мне очень нужно, что это ее душины. Наверное, они очень похожи. Очень много вот таких вот блестящих городских скульптур везде. И еще есть вот эта сахарная голова. И есть сахарная голова, да. Вот какой тут красотень. Очень помпезная набережная такая вся. С дорогими отелями. О, вот это променадная такая зона. Для погулять. Очень красиво. Там купаться. Да, мы там купались. Буквально через несколько километров мы окажемся в Италии. Или не видно? Вот. Мы едем так красиво.